идете? Да. Рикардо идет перед вами. Сэмюэльса вашего я отправил в сервисный центр для андроидов. Когда разберемся с тварью, он как-нибудь заставит Аполло снять карантин. Сэмюэльс на это согласился? Ну, он предложил помощь, а у меня дел по горло. К тому же он андроид, ему это будет проще. Вам видней. Слушайте, Рипли, только мы с вами предотвращаем настоящую катастрофу на Севастополе. Настоящая катастрофа тут уже произошла. Теперь наша главная задача — убить тварь. Вагон следует до технобашни Лоренс. Выход к центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Я в технобашне. Рипли, имейте в виду, там, куда вы идете, много чего неисправно.
Уэйтс, что с вашей станцией? Она давно на ладан дышит. Потом начался демонтаж, и ряд систем вообще отключили. А теперь все и вовсе заняты борьбой за жизнь, так что сами понимаете. У нас тут полный хаос. Не понял, это что там, взрыв был? Это меньшая из бед. Существо близко. Вы слышали? Пошли! Уэйтс, а как вы хотите поймать тварь? В башне велись работы с ценными веществами с газового гиганта. Все помещения там оснащены системой быстрой изоляции на случай ограбления. Там все можно перекрыть, вентиляцию, двери. Короче, вы заманите тварь в клетку, а Рикардо ее захлопнет. С компьютера в приемной.
Рикардо, все почти готово. Закройте все двери вокруг лестничного пролета. Потом склад, зону техобслуживания и приемную серверной. Держите меня в курсе. Картину мы не забываем о малых деталях. Не имею чести вас знать. Thank you.
Зону техобслуживания закрыла. Понял вас, ребята. Пишу это для тех, кто мог уцелеть. Я не знаю, кто спасся, а кто погиб. Тут лежат трупы, но это не все. Часть утащили через вентиляцию, одного за другим. Двери мы закрыли, а вентиляционные люки нет. Людям было некуда бежать. Никто их не выпустил. Перерезали, как кур в курятнике. У выживших два варианта. Либо идти в торговый центр, к тем, кто остался с Уэйсом, либо в жилую зону, к Синклеру и его головорезам. Хотя ни те, ни другие не протянут дольше недели.
склад я закрыла. Хорошо. Очень опасные предметы. Хьюз, это Рэнсом. Я получил твой вопрос. Да, я был в архиве записей и намерен кое-какие из них расшифровать. Мне нужны старые бортовые журналы, которые попали на Севастополь много лет назад. Понимаю твое беспокойство, но не волнуйся. Я ищу форменное старье, набор сообщений, отправленных одним кораблем перед вылетом с Тедуса к Земле. Это не затрагивает ничьих интересов. Но не вздумай никому ничего сболтнуть, а то пожалеешь. Я закрыла приемную серверной. Молодец. Теперь потихоньку уходи через серверную. А когда закончится, сообщи мне. Давай по-хорошему, ладно?
40. Я надежен. Вы везде узнаете меня. Я рабочий андроид. Thank you.
Пола. Прекрасный сервис